девочки, мальчики, ну что, начала огромную картину. Конечно, это все закрасится. Огромную картину начала делать абстракцию. Пока не знаю, что еще. Вот пока сделала 3 квадрата. Видите, они еще сохнут. Видимо, будут сохнуть до завтра. Вот тут как бы переходящие такие. Тут вот как из темного к светлому чуть-чуть здесь. Дальше буду что-то делать. Буду вам показывать вот так частями. Не хочется мне вешать камеру все это. Вот что-то под камеру у меня как-то не так получается хорошо, как без камеры. Поэтому вот, это начальная стадия. Девочки, утро! Утро! Давайте посмотрим, сколько я вешу. Хотя телефон у меня сколько-то висит, конечно. Так, погодите. Так. Со 180 это просто шикарно, девочки. Ну вот. Пойдемте посмотрим, что у нас в доме делается. Мы вчера с Винсентом делали генеральную уборку. Правда, вон мои тапки стоят тут. А так, пылесосили, мыли. Винсент убирал весь дом, а я ванну с туалетом. Винсент, good morning. What do you mean? I'm weight myself, everything. 153.6. 153.6. But I had my phone in hand. Phone is heavy. At least 1 ounce. Yeah. Так, как моя девочка себя чувствует? Моя маленькая киска. Киска-то как моя чувствует себя? Королева моя. Так, дальше маленькую девочку тоже надо проверить. Вчера ей давала еду. Ой, она что-то у нас тут, я не знаю, бухала, что ли. Что-то не пойму. Эй, киска моя. Ну-ка, ой, моя миленькая, скажи, закрой дверь быстро. Окей. Да, что-то у нее тут приводила гостей, наверное, или что. У нее тут прям натоптали, прям посмотрите, как... Так, сапоклячка моя пришла. Скажи мне, и мне покажите нашу девочку, да? Шерочка, ты кушала? А? Ты кушала сегодня уже? Винсент, did she eat already? Oh, yeah, cat. Так, что у нас на улице? Что у нас на улице? Надену пока Винсента вот зашлёк. Yeah, I think it's wet. Винсент говорит, хотел постричь траву, но говорит, видно, что еще сыро на улице. Да, сыро. Ой, смотрите, как пожелтели листья-то здесь все. Я здесь все пообрезала. Думаю, ну теперь свеженькие пойдут. И эти тоже сгорели. Потому что жарко. Так, что еще у нас? Я не знаю, хоть вообще все обрезай. Не знаю. У нас здесь растет щавель. Скоро будем... Есть щавелевый суп. Я и сюда щавель посадила тоже вчера. Здесь у нас будет скоро цветочек. 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 Везде будут цветочки. Немножко вот листики, видите, обгорают чуть-чуть. Да. Так, что у нас еще на повестке дня? Смотрим. Красного у меня мало теперь. Ух, как шумят. Так, девочки, это я. Идем дальше, идем сбоку, посмотрим, что у нас. Вот здесь нам нужно все выдрать и посадить картошку. Картоху, наверное. Картоху. Так, дальше идем. Традисканция вообще у нас чокнулась, я вам скажу. Там просто вообще... Не знаю даже, что и делать с ней. Здесь такая она сочная и красивая, что даже жалко ее и выкидывать. Пусть пока остается. Я ведь только проснулась в 10 утра. Так, здесь, значит, у нас ананас. Ананасы люблю, девочки, в шоке. Я в шоке от себя. Я теперь ананас холодный из холодильника, остановиться не могу есть. Так. Цветочек красивый у нас. Распускается все больше и больше. Ой,
Девочки, я не могу на них налюбоваться, на эти цветочки. Это вообще... Здесь у нас жасминчик опоясывает почтовое отделение. Видите, как? Взяли мы пример оттуда. Вот там, видите? Видите, как классно почтовый ящик с жасмином. Каждый раз почтальон подъезжает и нюхает. Только тут у них, конечно, уже все нагнулось. Ну вот и мы так хотим сделать. Поэтому у нас еще только в начальной стадии. Так, это надо убирать. У всех убрано, только у нас стоит. Это я вот прохожусь по своему, как говорится, kingdom. По своему, как kingdom, королевству. Вот. По своему королевству выхожу. Сюда мы не ставим ее, потому что веточки кидаем. Хожу по своему королевству и смотрю, где что упало, где что пропало, где что выросло, где что померло. Так, цветочков пока нет здесь? Пока нет. Так, здесь опять радисканция чокнулась, опять смотрю, всех обвела. Надо будет повыдергивать. Ну, Винсент дает. Надо же, конечно, посмотрите, как он обрезал эту штуку. Вообще оставил, только ничего не оставил. Не знаю, что он. Вот это да. Прям музыку хочется включить. Что дальше? Я хочу сказать вам, смотришь на традисканцию и хочется плакать, хочется кричать. Помогите, спасите нас от нее. Но никто нас от нее не спасет, видимо. Так и будет. Так и будет. Традисканция нас мучает, наверное, всю нашу жизнь. Хотя, конечно, с другой стороны, здесь-то все покрыто, земля-то ей. Но она обвивает все кусты. Вот это вот все. Вот это все. А мне надо выдергивать. Ирочка у нас в Италии такая красивая, в красном платье гуляет. Ой, вы бы видели. Это вообще что-то с чем-то. Что-то с чем-то. Сейчас вам фоточки покажу. Она мне прислала. Она у нас как этот. Иностранка, говорю. Ну да, иностранка. Но как будто она живет в Италии. Знаете, и такая дамочка красивая. В шляпочке, в красном платье. Шикардос. Отдыхает и как говорится, улыбается. Ой, девочки милые, дорогие, посмотрите, что делается. Пройдешь и тогда утром, даже восстроишься, думаешь, ну что мне с этим совсем делать? Вот это вот что? Что мне с этим делать? Что? Посмотрите. Это тут деревья целые. Вы сейчас скажете, Наташа, посади куда-нибудь Питеру, отдай. Питеру не надо. Он сказал, мне больше не надо. Никому не надо этого. Если только Питеру посадить, пока он спит. Единственное. Скажу, не знаю. У тебя так выросло. Так. Ой, господи, надо же. Это традисканция. Маленький горшочек в магазине $6 стоит. Пусть бы приходили ко мне все, кто идет в Лоус. Это же ужас. Ну, посмотрите. И подарю букет той девушке, которую люблю. А вот какой девушке мы несем этот букет, которую люблю? Вот это стоит. О, больше мне ничего не остается делать, я вам честно говорю. Никому не надо, никто не хочет. Поэтому приходится вот так поступать. Ну и это только, как говорится, 1% от того, что надо бы сделать. Той девушке, которую люблю.
Я помню эту песню, начала петь, Барыкин начал эту песню петь, когда я только-только закончила техникум и пошла работать на полиграфический завод. И мы там работали в отделе техника-технолога, и эта песня пела, как сейчас помню. И тетеньки, которые у нас работали в нашем коллективе, им всем было по 30, по 35 лет. Это были для нас тетеньки. Вот там бы, блин, мне бы... Это были все для нас тетеньки. Я сейчас вспоминаю иногда, думаю, надо же, 35 лет была начальница. И нам казалось, тетки... Тетки, сидите уж, что вы тут суетесь? Мы говорили все, смеялись между собой, когда они нам говорили, там, накрасилась не так или оделась не так. Мы, господи, посмеивались такие. Господи, тетки старые, ничего не знают, что-то суются. Вот. Даже тогда, 35, это было старое. Сейчас уже 35, наверное, нигде уже не старое. Ой, девочки. Вот пошла показать вам сад, а у самой руки не могут остановиться, так скажем. Господи, куда? Куда наступило, чего? Вот эти вот, конечно, красивые, когда нет солнца. Но когда есть солнце, вы посмотрите, как будто кислотой облитый. Хоть до корня вообще все отрезай. Не знаю я, что делать с ними. Очень много у нас этих всяких растет. Столько много, что тут-то что у нас все валяется. Тоже, здесь тоже кидаем веточки. Здесь у нас что? Ой, не знаю, что. А здесь у нас покрывашка для гриля. У нас в воскресенье будут гости. Придет еще Сурик с Мариной. Вот так. Поэтому будет Оксана с Игорем, Лиля с Виталиком, Сурик с Мариной. Будем веселиться. Веселье нужно нам всем. Всем вам желаю, чтобы у каждого из вас были друзья, с которыми можно в любое время встретиться. Так что вот. А я той девушке, которую люблю, и подарю цветов. Одна мне дама написала, какая вульгарная у тебя, значит, это тату. Ну, тату, оно мое, мне сказали. Но моя татушка, сказали, вульгарная. Как это как-то бедный муж тебя что-то терпит или что-то такое? Для информации вам всем говорю. Моему Винсенту нравится мое тату, моя татушка. Поэтому... А, она написала, не любите правду. Так я про правду уже говорила. У каждого она своя. Если для тебя моя татушка вульгарная, так это не значит, это твоя правда. А вот для моего мужа у меня татушка красивая, так я думаю, что у него правда. Ой, как с этой правдой, девочки, задолбали. Все с правдой лезут. С правдой все лезут. Правда, правда, правду не любишь. Господи, я вышла-то оттуда или отсюда? Откуда я вышла-то? А, вот отсюда. Сидите уж вы со своей правдой-то. Как вам правду скажешь, так вы сразу кричите: хамка, хамка. Да, Шерочка? Скажи, вот чего, где скажи правда? Правда скажи, что мама у меня, скажи, самая красивая. Папа у меня самый красивый и молодой. Скажи, и больше мне никого не надо, да, Шерочка моя маленькая, красивая, хвостятенькая моя, любимочка моя. А вот видите, тут у нас вот так. Ну ты моя красулька. Как она любит здесь сидеть, у окошечка. Моя миленькая, моя девочка. Шерочка моя. Ну что, все будем со всеми прощаться? У нас такое утро с тобой. Утро туманное, утро. Какое это там утро-то? Такая она у нас стала большая. Все было худенькая какая-то, худенькая была. И вдруг выросла вот такая вот у нас малышка. 13 паунтов. Тяжело, мне ее тяжело таскать, если ее так вот взять. Но она и сама, видимо, знает, что тяжело. Спрыгивает очень быстро. Только папа ее может носить так, как он носит. Я так не могу носить. У меня не хватает сил. Шарочка, кого ты там увидела?
Скажи всем пока. Широчка, скажи всем пока. Это мои сладкие.